России нужны компании, которые не только способны обеспечить страну современной качественной продукцией, но и завоевывать мировые рынки. Выход на внешний рынок, экспансия российской продукции должны стать естественной стратегией развития национального бизнеса, всей российской экономики. Продукция, которая будет производиться, она должна быть самого высокого международного уровня. Вновь подчеркну, будем поддерживать именно конкурентные отечественные производства. Ни у кого не должно быть иллюзий. И, конечно, нужно ломать стереотипы. Если идти вперед, то и результат будет обязательным. Продукция, которая будет производиться, она должна быть самого высокого международного уровня. России нужны компании, которые не только способны обеспечить страну современной качественной продукцией, но и завоевывать мировые рынки. Выход на внешний рынок, экспансия российской продукции должны стать естественной стратегией развития национального бизнеса, всей российской экономики. И, конечно, нужно ломать стереотипы. Если идти вперед, то и результат будет обязательным. Продукция, которая будет производиться, она должна быть самого высокого международного уровня. Вновь подчеркну, будем поддерживать именно конкурентные отечественные производства. Ни у кого не должно быть иллюзий.